Рисовая кнопочка. Ага, еще раз смотрим, ребят. Действие. Рука. Далее сразу же в голову с этой же стороны. То есть, например, левая рука, левая часть лица. Левая рука, левая часть лица. Это должно быть уже очень активно. Очень активно. Очень активно и на полной скорости, на полной силе. То, что вы вкладываетесь. Понятно, да? Здесь, в принципе, может хватить довольно-таки, ну, всего два удара. Переверни сейчас на камеру, чтобы еще вы увидели потом, когда сброшу, чтобы вы уже тренировались и работали с этим движением. Еще раз. Левая рука, правая часть лица. Левая рука, левая, правая часть лица. Понятно. Следующий, переверни, пожалуйста. Вот сразу я набросаю три варианта. Вам будет, чтобы вам было отрабатывать, как обычно. Действие. 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 Я вошел в человека. Он выставил вторую руку. Еще раз, руку тянет. Вторая рука выставляется. Еще раз. Руку тянет. Вторая рука выставляется. Ага, сейчас на захват тяни. То есть именно на удары, да? Бам-бам. Да. Бам-бам. Бам-бам. Да. Бам. Вот эти два удара. Еще раз. Или на удары руку тянет. Бам-бам. Бам-бам. То есть удар медленно. Удар. Еще раз. Удар, удар. Удар, удар. Еще раз смотрим. Удар, удар. Удар, удар. Вот то же самое. Опять переносите, что вы будете делать. Как только образ визуальный в голове есть, вам будет проще работать. Смотрим. Удар, удар. Удар, удар. Удар, удар. Потом, например, Андрюша может как бы менять дистанцию, да? Я имею в виду уже модулируя систему боксера, тэквондиста и прочих. То есть действие. Первое, естественно, рука отсекаю, вторая работаю. Либо дальняя рука отвлекаю, первая работаю. Понятно? Вот три варианта. Запомнили три варианта, которые поработать сейчас надо? Вот с тремя вариантами поработать. Пожалуйста.